Продолжает собой пам-пра-пам, и снова куда-то летим. Елена такой молодой, и денег с ней впереди. Везти морожку. Берем морожку. Слава богу, что есть ложечка. Но если бы не было ложечки, переворачивал и... Продуманные немцы. У них даже ложечка есть. Ребята, залетели, сейчас идем из центра Киева на Крещатике. А в обалденном местечке, прямо в самом центре, мне дали темного пивасика, знаем из этого. И также дали кролика, сметанки с картошечкой пюре. Сумасшедший вкус. Юре дали у нас голубчики, колбаски, маме дали большую кружку пива. Ну как большую? Ну какую? Как мама, большую кружку пива. И рыжик. И рыжик! Киевское время 6 с копеечками утра, сейчас там отдачу в Майами, и я решил, чтобы... Не то чтобы решил, чтобы побольше поместить меня после всяких разных парней, украинцев. Заглянули спортом. Классный спортзальчик. Находится в гостинице Крещатик, в котором находится на Крещатике. Всем доброго утра, нас ждут очень вкусные варенье. С сачком вишневым, с сачком яблочным. Взял блинчиков, бекончика, конечно же. Вот это так мне здесь подают омлет. Прямо блином. И вот как яйцо хлебушки. Это абрикосик. В общем, короче, приятного мне аппетита. Синиф, я тебя люблю. Итак. Не одевай платку. Мама, я думала, тебе же пакуют туда. Мы прямо через дорогу от нашей гостиницы зашли в очень симпатичное местечко. Анушка, показывайте фокус. О, это с дымком. С дымком, с медалью. Бургер. Вот такая красотень. Киев. А я сегодня с утра потренировался, мне можно два таких. Ура, товарищи! Ура, Киев! Киви продолжается. Мне принесли камамбер жареный. Крышку принесли салатик. Как он называется? Цезарь. Цезарь салат с яйцом от какого-то ашота. Лично ашота не знаю. Пошёл. Так оно вот так разойдёт. А мне выдали черные перчатки, чтобы можно было бургер брать рукой. И чтобы, когда жирненькое все это самое оставалось на бургере, а руки оставались чистенькие. Прикольно. Пив, пив говорю. Это пив, это Киев. Нас очень сильно удивляет. Друзья, отпуск это замечательная вещь. Ребят, этим местечком я должен обязан с вами поделиться, называется Чумашский шлях, это Млечный путь. Вот такая вот украинская штучка. Вот тут сидим. Там Андрюха. Андрюха, что ты нам принес? Хреновушка. Так и хреновушечка. На травушку. На травушку. И с вишенкой. И с вишенкой. Друзья, сори. Ну вот здесь вот так вот обалденно, прям вообще всем рекомендую, как будто вы прямо вот где-то в деревушке, так вообще. Классика. Итак, принесли. С грибочками, вареничками, с картошечкой, с лучком. Также нам дали дранички с языком. Жареная картошечка по-домашнему с чесночком, с лучком. Сало уже видели. Это у нас капуста-салатик. Это у нас, да. Молоденького кабачка. Молоденького кабачка, оладушки. И? Соленым твердым и шкварками. Мама, я тебе изоленту куплю. У тебя вот здесь уже трещина пошла от удовольствия. Маша, это специальный привет. Очень классно. Ребята, вообще ветерочек обдувает, а у них там еще говорят, есть какие-то животные живут. Будем ходить. Мои вареники. Жареная картошечка со шкварками. Вареники с вишней будет усугублять. Давай, усугубляй. Графиня Орлова, давайте быстрее, слюни текут. Аж... И потому что вареник с вишней очень хорошо кушается. Мама. Давай. И. Опаньки. И. Бедный Оля, я не езжал, у него вышли суп. Маленько, прости, пожалуйста, допустим, ну вот так. Зато фигура должна быть стройная, и вареники здесь вообще не приемлемы. Люблю, заочно, и не заочно. Очень вкусно, надеюсь, когда-нибудь вместе с Василием на задержание.
Но, как обещал, вареничек с вишенкой. Два. Два. У меня, во мне два метра, поэтому мне нужно два. Это все еще по самогончику. Как же я люблю твою. Белиссимо. Идем вино. Крылей, морковью и хлебом не кормить. Это кролики. Кролики, не только цены. Здесь у нас кролики. Это все чумацкий шлях. Прямо вот вышел с ресторана, покушали кофе. Здесь на какой-то котик стоит. Козел, вон тут что-то висит. Стопудово козел. Опа, побежал. Молодец. Здесь у нас курочки, мы вообще немножко походили. О, а там гуси. Гуси разговаривают. Гуси, ха-ха-ха. Разговаривают. Хе-хе. Это моя козочка. Здесь у нас барашки. О, барашки. Тут у нас козочки, потому что бегают, резится. А здесь у нас лошадок. Кушает. У них сейчас ужин, завтрак, я не знаю, что у них сейчас. Ой, какой красавчик. Это красавица, да, или красавчик? Красавчик, вот как знал. Это вороной такой вообще, чёрный. Вот так, ребята, покушали. И на тебе, лошадок. Здесь написано, лошадок не трогать, она кусаться. Да? Не кусаться она ничего. Интересный ставочек. Извините, слюни до пола. Это мне принесли вот такой вот чебурек. Вот моя рука. А вот этот чебурек. Это окрошка. Это кусок. Это вот комплимент. Это хреновушечка. А это хреноколотить. Это хреновушечка. Это борщец с помпушками. И фото немко. Ой, ну ребята. А вот это вот все. Все. Вот этот мой чебурек. Уху. И смалец. Мама, вкусно? Очень. В Киеве немножко прохладно, поэтому мы заказали горячее вино Глинтвейн. А чтобы он был вкуснее, мы заказали еще ром, который будем добавлять в Глинтвейн. И нам дали камамбер, жареный сыр. Сидим в возле, вот здесь вот прямо, в большом полисадничке, и рыжик пьет венцом. Да, Зай? Уже можно. Ура, ребята, ура! В Киеве очень просто, когда по улице пройдясь, ты можешь найти вот такой пианино, сесть и что-нибудь сломать. Ну типа. А мы вот едем на чертовом колесе. Нет, на самом деле куда я? Свои ощущения? Можно матом. Что это колесо Киев? Мы остановились на самом верху. А мне истории рассказывали, что да, девочка. Почему ты застрял? Нет, зубачок застрял.
место встречи не изменить нельзя. Изменить. И та-да! Это дымный гамбургер с сыром, жареным камамбером сверху. Гамбургер? Хот-дог. Все так очень приятно наливается. А это что за? А мне перчатки не дали? Дали. А, вон они, все увидел, да. Спасибо большое. О, сырком, с кетчупом. Супер. И все это кушайте перчатками, чтобы ваши руки были всегда чистые, аккуратные и клевые. Любим, целуем, привет из Киева. Ура! Ребята, рекомендую. Взяли такой карантель. И просто очень вкусно. Гуляем, хоть в Днепру. Будем смотреть Киев, как говорится, с воды. Неплохой барчик тут. Цены очень классные. Воздух вообще, солнышко, ветерок. Какие-то девчата поют песни. Обе правы, влюбленных много. Он один, не правы. Вот у нас борщик из печи, правильно? Стелятина из печи, из русской печи, красиво. Это у нас пампушечки, это у нас соус. Помогай. Чесночком чесночный. Зеленый. Чесночный. Это у нас что? Теплый слой стелятина. Это что? Это паштет с куриной печенью. Паштет с куриной печенью. А вот это... Велосипед куриной с печенью. Караси-ки. Слюни до пола. Ну, начнем с борща. Продолжение будет. Ресторан, где нашли нам... как называется? Талитала с телячьими щечками, запеченные в печи под тестом. Давай. Снимаем шапку. Прям какой-то хачапури по-аджарски получилось. Лодочка. Ой. С превеликим удовольствием, спасибо большое. Вот такие вот телячьи щечки. Вот такой вот вид. Вот Рыжик сидит. Вот мама сидит. Это у нас утка запеченная. Русская печенья. Ну как бы печенья. С медовым яблоком. Ау! Вот так оно происходит. Печка, кисочек. Здесь железо таскаем. А потом железными вилками или железными ложками в рот таскаем. Все. Вчера прошел порядка 12 километров. Назад. Вкусненько прошел. Пьяненько прошел. Ну прошел же. Хо-хо! Да не, это хлеб, посоленый огурчик, сальцо, малосольник, венцо, здесь у нас колбасы, котлеты рыбные, сыры, селедка, капуста, грибы белые, зеленуха, грибы в гриле с сыром, зеленуха, перепелиные яйца, и мы сидим здесь, ребят, на даче. Ура! Проигрыш! Ребята. Друзья, дача. Каштаны. Забыл. Счастье на счастье. И мама ларнку одела на тело. Штучок.
сезона. Продолжает собой это карасики, жареным лучком. В общем, полная вкусняна. Ух. И контрольный выстрел в голову, это после вареников с ливером, с печеночкой, с легкими десертом, после вареников с кроликами, после вареников с картошкой, после бестроганова, после карасиков. Это вареники с маком. Будем смаковать с маком вареники. Юшку с перепелками. И вот так наливается бульончик перепелиный. Ой. Там, а что, должно быть останавливаться? На что наливаем? Что, не стесняемся. Ой, спасибо большое. Сейчас взять перчика. Так это же еще бьет под хреновушечку. Вообще будет просто бомбушка. Ой, она вообще просто, она еще дымится. Ребята, у меня смена до пола, я вам просто не завидую. Чего-то нам вот здесь вот так все налили, очень вкусненько, я тут поел. А Юрик, который сидит у нас на диете, который мало ходит, должен мало есть, принеси чебурек. Юр, ну покажи, как ты его есть будешь. Его резать нельзя, его только руками нужно есть. Ну-ну-ну, она уже посмотрела. Давай, как ты его есть будешь? Давай, начинай. А вот как арбузную дольку. Ну как? Там можно присылать. Мама? Да? Манечка? Юра, подпевайте в кадре! Я люблю, не летися, люблю, не летися, мороз за тобою. Я люблю, не летися, люблю, не летися, мороз за тобою.
Очень красиво. Ой, полюбила!